Ой, нам тут подарили вот этого гуся, вот этого вот гуся, розовый фламинго, дитя заката. Так уж как он всем понравился, а? Мне кажется, этот гусик долго не проживет. За него просто борьба, как будто бы у них игрушек мало. Но гусь прямо этот, прямо вот все его, даже шейх, который игрушками вообще особо не играет. Я не знаю, с чем намазан этот гусь. Чем он так пахнет вкусненько, но прямо за него идет битва. Битва за гусика. Видимо, подарили не то, что от чистого сердца, а с большой, огромной, гигантской любовью, которую они чуют. Да? Потому что, ну, прямо война, борьба. Борьба. А игрушек пруд пруди, вот всяких разных, и мягких, и пикающих, каких только нет. М? Но гусь это святое, да? Борьба у вас за гусика? Гусика, бубусика маленького. Да, и щейхунь вон даже щейхунь. А что такое? Скажи, тут кого-то гладят? Я поглажусь тоже, да? Ну, пока ты гладишься, малышня утащит гуся. Да, они прямо с ним... Лялюшка диван проверяет на прочность. На прочность диван. Так что еще раз большое спасибо за гуся. На первом, что у гуся пропадут, это, наверное, глазки. Да, потому что глазки, они пластиковые. Их так удобно отгрызть. Да? Очень удобно отгрызть глазки у гусика. Что это за детеныши такие? Влюбленные в гуся. И фея его даже пытается затащить на кровать обратно, где он был подарен. Но сил-то, естественно, не хватает, приходится ей помогать. А так она вечером тащит гуся с собой. Да, феюшка? Принесет в зубках, лапки на кровать поставит и говорит: мамка, помогай. Гусь-то больше ее. Давай, Соболь, покажем размер гуся. Вон наша фейка, а вон гусик какой. Она его так за лапочку притащит или за крылышко. Говорит: мамка, помогай, сил не хватает запрыгнуть с гусем. Да? Так что еще раз большое спасибо за гуся. Очень хороший гусик. Очень хороший. Чайхончик, зачем ты глазки гусику выковыриваешь? А? Не надо ему глазки выковыривать. Гусику такому. Тут борьба за диван. Еще за телевизор скоро бороться будут. Шею в гнездо тащит гуся. К Фионке в гнездо. Где ее вся добыча? Вот такие вот у нас дела. Теперь любимая игрушка у всех это гусик. И Милуська даже участвует в этом процессе. Обычно она, как и шейх, к игрушкам равнодушна. А тут прям полюбился.